меня пошел. Бутуком. Маша, стой. Маша, я не вижу бросков. Ты его в партере, да? Удержал. Мне нужны броски. Через плечо, через этому. Я Даника сколько? Один раз бросил за 20 минут. Я с ним боролся, один раз только бросил. Не мог бросить. Дальше, Владимир, удержать. Заходи сбоку. Руку не ставь правую. Правую руку вытащи, мои. Со стороны спины руки захвати изнутри. И изнутри, мои. Вот теперь души вылезай, делай то, что хочешь. Держи его ногами. Давай, вылезай, вытаскивай одну руку. Нижнюю вытаскивай, правую. Переходи на удержание. Вот, вот, еще чуть-чуть. Между ног поставь его. Ногами переворачивай. Все в стойку. Стойку все. Ты понял, да? Взял захват, перевернул и все. И он, и бутук, который сильнее тебя, тебе сделать ничего не может. Убегает. Аджимай. Вот он опять. Дай сюда пояс. Я думал, мы все. Дай сюда пояс. Я сказал, что сказали в ответ. Недостойно, блин. Трусы падают все время. Так, Марио, поменяй Владимира. Владимир, поменяй Даника. Посмотрите, Маша не вспотела даже, на тренировке была. Я вспотел. Ты вспотел. Мертвые не потеют. К сожалению. К сожалению. Стоп, стоп. Владимир, ну как руки за шею берем? У тебя руки есть? Посмотри на меня. Раз отсюда ручку, раз аккуратненько. Взяла за шею. Иди сюда, Маша. Вот ты борешься. Да, бери за шею. Раз и вытащил ее отсюда. Вот ножки убрал. Все. Встал. Раз через бедро. Все. И она, я стою, она падает нормально. Но! Вот тут. Осторожно. Стоп. Стоп. Ну ты сделал один пример. А второй? Черт, блин. Раз, подсечку. Нет. Как же ты сделал? Ну ладно, сейчас оформлю. Маша, стой. Нет. Ты сделал подсечку, то есть надо было забивать другой номер. Сюда. А потом сюда. О, смотрите, я нужен. О, вот это, да. 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 Ну и да, возьми ее за пояс и вытащи, и все. Возьми, как через грудь бросок. Дай ей шею, Владимир. Стоп. Владимир. Вот, вытащи, отними ее, вытащи. Нет, отними ее. Стоп, стоп, стоп. Отними. Я просто
Не, он мокрый. Сейчас вам дам по стол бросков, вы будете мокрыми. Я мокрый. Все, приготовились? Бороться? Да. Приготовились? Да. Даник с Владимиром, потом Маша подключится. Няня, готовы? Че? Стоп, ты! Есть 3 минуты, которые ставишь. Так, Пастухов, какой бросок ты ему сделаешь? Корона или какой бросок ты ему сделаешь? Обязательно говоришь. Обязательно, да. Но что все равно не сделаешь? Зацеп. Зацеп какой? Отсюда снаружи? Зачем более не снаружи? Ты что сделаешь? Что ты ему сделаешь? У тебя коронный бросок. Ты вышел с Пустуховым и говоришь, Пустухов, ты мешок. Я мешок? Почему? А я тебе через бедро сделаю. Не сделаю. Сделаю. Взял и сделаю. Какой грех ты имеешь? Через плечо. Все, ты слышал? Что сделаешь? Есть! Майк, что-то будете делать? Хорошо. Владимир, что сделать? Бедро и мох. Лучше видеть дворецкий бедро. Это сзади легче делать. Передним подножкой. Готовы? 3 минуты. Хаджимент! Владимир, стоп. Дай, ты что будешь делать? Я хотел сделать все зацепы. Хорошо, давай. Получилось, все подтануло. Стойку, Владимир. Владимир, стойку. Так, Владимир, идешь в высоту. Ты отдыхаешь, смотри, с Маша. Смотри, сиди дальше. Только старайся не очень сильно. Он упирается, не сильно физически. Так, аккуратнее. Уже поздно. Пастухов, я не вижу, что ты хочешь сделать. Я? Пастухов. О, Маша, что-то. Маша, что-то по ногам не есть, хорошо? Вот тут, стоп. Неделя. Посмотри на меня, когда стоишь ноги прямые вместе, ты падаешь и можешь удариться плечом за руку. Чуть-чуть присядь, ножки. Все, Так, Пастухов сделал? Да. Лату сделал тебе зацеп?
Дело. Какая была подготовка? А? А? Подготовка? Да. Просто сделать. Это прием называется контрприем. Нет. Зацеп боли или снаружи — это контрприем. Ну, подключим, нет. Это в основном 90% это контрприем. То есть подготовки у тебя нет. А если бы он туда не полез, ты бы не сделал. Он захватывал. Хорошо, я подумал. Влад, ты сделал что-то? Пытался. А какая подготовка была? Ты чисто прием делал, да? Да. А подготовка к приему? Да. То есть для того, чтобы сделать тот прием, который ты хочешь, да, надо какая-то... идите сюда, сядьте сюда. Сюда, спина. Значит, еще раз. Пастухов сказал, что он делает зацеп голенью снаружи, то есть идет отсюда. Значит, чаще всего, это как вот отсюда, то есть отсюда вот этот прием, он идет как контрприем. То есть я что делаю? Например, показываю там через бедро, он ногу вперед, и отсюда раз, ухожу. Это первое. Второе. Это не нападающий, потому что если ты хоп, человек разворачивается, подхватывает и до свидания. Ну это делается под конец схватки обычно. Когда сил уже нет, да? Да? Тогда ты делаешь раз движение, она разворачивается, ты падаешь на спину. Нет. Ну. Я сделал. Я знал, что Влад не будет знать, что я это делаю, поэтому я сделал. Раз. Влад. Влад хочет сделать бросок через плечо. Значит, что нужно сделать, чтобы Пастухова бросить? Это первое. Он должен, Пастухов, стоять, ноги широко.